Ну что, ребят, вот и приехал Анатолий. Вот, пристегивает пока Агату. Сейчас мы ей подготовим место, будочку. Че ты там, сейчас разгружаться, да? Сейчас мы Женю отпускаем. Вот она с лялечкой тут. У нас. Вот, так, ну показывать не будем, наверное, еще рано. Все равно. Да, вчера прошли крестины. Как все прошло? Успешно. Отлично. Все прошло супер. Была фотосессия. Да. Там еще что-то как-то. Толян, тебя забыли. Видишь, как все гавкает. Ну, Бархана ты еще не знаешь. Вон, Рич как соскучился по Толику. Все они по нему соскучились. Ну вот, Толян, новое место, как тебе? Ай? А? Это как тебе новое место? Ничего, нормально. Нормально. Большой, Женя. Ребят, ну вот. Все, мы разгрузили машину. Смотрите, еще сколько добра. И хлама приехала. То есть выгребли почти все. Холодильники забрали. Еще одну Агаты будку, окна. И мелочевку, то есть толяновские шмотки. Вот, Толик ежика своего забрал, он у него жил в доме. Расскажи, где ты его нашел? Возле Агаты. А, возле Агаты. Агата его загнала, да, там, ага. Или что? Да, ты да. Спас ежика от Агаты. Но у его сюда привезли, то есть тут, получается, его ежика такого вон ушастика. Выпустите же, да, Толян? Что-то у него иголки поломанные. А, ну, наверное, как собака трепала, наверное, вон иголок много поломанных у него. Он это так залазил. Там с дверью промежстойкой и полом. Еще не решение не было. А. Ну, он у тебя в комнате жил, да, с тобой? Ну, сильно залазил, чей. Ну, ежик будет отпущен на природу. А, что, попоить хочешь? Вот. И надеемся, что что у ежика тоже жизнь сложится, и он будет жить где-нибудь здесь, в округе, неподалеку. Вот, смотрите, ежик идет. Он в мире живет. Смотри, не подавит, ну, там пушнички и были. Это он сказал, за две лапы вытянул. Кто вам еще покажет, как ежик пьет? Ну, вот. Ты прямо это раздух. Ты что-то хотела сказать, муж. Так, ладно, тут как бы у Маши есть несколько слов. Я, кстати, говорил уже спасибо за помощь. Да, спасибо финансовую. Спасибо всем, кто отозвался, но мы же, как всегда, мы даже съехать не можем, не наступив жир ногами. Что случилось? Что случилось? У нас очередная находка. Иди, Карине, помоги. Давай, показывай, что за находка. Ты куда? Ой, ё-моё, блин. И где вы их взяли? Ну, вот эти вот мерзкие соседи, которые, помнишь, что это зато Толик за ними подглядывает, две вот. А, которые курей украли? Нет, это с красного дома, это с зеленого. А, которая бабка приходила разбираться в каком-то ролике у нас, да, была. Да, да. В общем, короче, все соседи и Толик слышали писк щенков. Я первый раз пошла, их не было дома, я прошлась. Вот люди потом говорят, что вы им нам не помогаете. У них вместо огорода крапива выше меня ростом. Я вся вон в крапивных следах. Пришла, вернулась с репьем, лазила, не искала, не нашла. Потом они приехали, начала спрашивать. Говорю, у вас тут вроде щенки, говорят. А худые. Нет какие? У нас никаких щенков. Короче, мы на матах очень грубо поговорили, потому что это вы здесь псарню устраиваете, а у нас никаких щенков нет. Обошла с другой стороны, вот. А дохлые, то есть. Задротыши, простите. Еще по дороге они обкакались каким-то, не знаю, чем, что они там вообще ели. Вот сейчас мы им
попоим, кстати, их. И будем это купать, потому что. Ну, они тут это вообще. Ребят, это очередная жесть. Не знаю, как назвать, тут вроде и радостно, что Толян уже все, можно сказать, дома в домике, но, блин, опять очередные, сколько их там, 5-6, очередные плюс 6 собак, ну, вроде, одно радует, что маленькие, небольшие, 5 штук, вот этот вообще прям такой, прям маленький пинчерок, но я не разбираюсь, конечно, в этом породах. Ну ладно, ребят, у нас тут суматоха, давай суета. Заснимешь, как они вообще пьют. Уже и не будем показывать, как они живут, потому что как дикие, наверное. С мисками будут глотать. Ой, прям, да они какие прям еще обессиленные, что ли. Сейчас вот прям затопчут. Надо вот того поправить. Поправь через верх, а то они прям на него все встали. Ну тут и обезвоживание. А, он пьет. Тут и обезвоживание, и голодный вон вообще один хребет. Вообще ужас, как так можно. Да уж сразу вот, я не знаю, тогда, извините за мою прямолинейность, блин, уже. Да лучше сразу утопили, чем вот так вот. И издеваются. Ладно, ребят, продолжим. Вот смотрите, кошачьи отдыхают. Давно вам, кстати, не показывали. Вот. Кто-то из подписчиков, извините, не помню, кто-то просил показать ну, маску Кэнди. Я сейчас туда не пойду, но мы вам прям буквально в следующем ролике. Сейчас у нас немножко успокоится суета, вот это все. Сейчас все разложим, порядочки наведем, Толяна как заселим. Там дальше уже начнем, то есть, проходить, всех вам показывать и т.д. Ребят, ну мы с Марьей Ивановной идем выпускать ежика. Он попил, то есть у него тут будет тоже стоять водичка, чтобы он подходил, пил. Ну, может, вот здесь, на полянке, Маш? Или ты в траву, наоборот, хочешь? Сейчас выкопает себе норку какую-нибудь. Вон, да, Толян, пошли. Кто папка-то? Линда. Ну, может быть, ты бы это, наоборот, корзинку бы перевернула, и он бы пошел. Око, мой зайчик. Око. Ежик. Ежонок. А ты же его вообще маленьким же, да, Толян, этот? А он меньше был, но. Нашел. Смотри, какие зубы, видишь, какие зубы? А, два раза меня кусал. Ага, вон, какие зубы у него. Вон, какая мордочка. Ну, зато кошка с ним подружилась. Кошка подружилась? А-а-а. А когда не видно, ну все, выпускай, Маш, ну ему же тоже страшно. Вот сейчас чик-чик. Блин, из дома выгнали. Ну как, Кыш? Кыш, я сказала. А не-не-не. Ну, куда свернёт просто. Ну все, ладно, пойдемте, он, это, и собаки уйдут, и он тогда уже побежит. Я все рассказала историю, Карина. Ты знаешь, ты там была. Вот у соседки урожай. Такие прям мини-кошечки, мини-собачки. Ну они прям совсем малюсенькие, да, Маша? Да нет, им месяца полтора-два. Ну, они, я... А, ну они просто мелкие. Маленькие будут. Они задумываются. То есть вот, ребят, смотрите, у нас сегодня был окончательный переезд. Мы перевозили Толика, перевозили оставшиеся вещи и животных, которые жили с Толиком. Ну, Толик говорил, что где-то у соседей щенки пищат. И соседи, которые напротив, говорили. Ну, вот, собственно. А эти две твари не признавались. Вот нашли в лесопосадке. Да. У них, если... Ну, в лесопосадке за домом?
Ну, для меня это лесопосадка. Там, где у людей должен быть огород, у них крапива ростом с меня. Да, то есть... У меня вот руки все поцарапаны. Рядом с вольером, с нашим бывшим большим, вот сидело вот это чудо. А деревенские же, понимаете, у них какая история? Собаки-кошки для них не животные, то есть там про стерилизацию и кастрацию они даже не слышали никогда. Рахитик. Такие вот у нас рахиты, ребят, нам очень-очень нужен дом. Пока нам надо их прививать, разумеется, уже завтра мы это будем делать, сегодня все закупим. Ну да, чтобы не было энтерита. Чтобы не было энтерита, да. Но надо ребятам, конечно, лучше всего прийти дом. А что они все такие грязнющие? Ну, в кустах таких вот там, знаешь, скотный двор раньше был, и среди этого говна щенки. Еще в дороге, считай, обосрались. А вон они уже на чистую простынку тут сделали опять. Ну да. Тут от костра тепло. Ну я специально туда и поставила клетку. Чтобы... Не наступай, бля! Ну не матерись. И держи вот этого. Ой. Ну все, ребят, на этой ноте будем прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте с нами. Поддержите наш канал подпиской, кто не подписан, и лайкосиком. Все, всем пока, до новых встреч.